В связи со сложившейся противоэпидемиологической ситуацией записаться на личный прием к руководителям и специалистам Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области возможно только посредством сервиса «Электронная очередь». Он расположен как на официальном сайте ФССП России, так и на сайте регионального управления. Посредством записи на личный прием можно выбрать как должностное лицо, к которому вы хотите записаться, так и день и время записаться можно на глубину до 30 дней. Необходимо учесть, что записаться можно только по одному вопросу. Другому лицу передать свое право в этой очереди нельзя. Записывается только конкретная сторона исполнительного производства и указывает, по какому исполнительному производству он приходит. Кроме того, граждане, воспользовавшись вкладками электронного сервиса, могут выяснить наличие или отсутствие задолженностей, а также при необходимости произвести оплату долгов. А в личном кабинете можно онлайн подать заявление, жалобы или обращения. При этом авторизация происходит через портал госуслуг. Помимо интернет-сервисов, можно воспользоваться корреспондентскими ящиками, которые располагаются на входах всех отделений.